Собственно, об отправке детей на войну. По приказу детоубийцы Путина, Госдума предлагает юнцам дать возможность поехать на террористическую войну. Кадырову выпал прекрасный шанс отправить своих детей на его священную войну. Плюс они у него, как он сам рассказывает, крайне талантливые, поэтому, думаем, могут себе позволить по ускоренному курсу окончить школу и стать желанными выпускниками, дабы отправиться и отдать свои жизни на пути деда, Ахмата. Но он, безусловно, с барского плеча позволит отправить совсем молодых чеченцев, а точнее заставит поехать. Потому что Кадыров готов пожертвовать хоть новорожденными, лишь бы выслужиться перед своим хозяином.